От винта запускаем. Папочка, а? Папочка, приветики, приветики. О, родители. Дочка, приветики, омлетики. А ты что тут, а? А я вот что тут, я тут слышала твой новый план, Капкан. Ты что-то хочешь делать? Очень что-то нет, крутое. Нет, нет, дочка, все, я как бы и все, из домика ухожу, и все, и в общем, все, давай, оставайся. Не-не-не-не-не, папочка, погоди, я пойду с тобой. Я тоже хочу делать кое-что крутое. Ну ладно, но я, чтоб тебя взял, надо, чтобы зрители поставили лайк. В общем, друзья, прямо сейчас ставьте лайк, когда я возьму дочку с собой в приключения. Да-да-да. На лайк поставьте и подпишитесь, и колокольчик нажмите, что, чтобы папочка меня взял. Да, я буду как бы самый лучший папка на свете. Кстати, друзья, а напишите, как зовут вашего папу или вашу маму? Да, ребяточки, напишите имена ваших родителей, нам очень нам интересно. Погнали, дочка. Все, погнали. Так, спускаемся. Ступенечки, тут ступенечки, ступенечки. Тебе что, не нравятся ступенечки? Голова кругом. Я смотрю, дочка уже привыкла к лифтам, такая уже к лакшери, короче, привыкаешь быстро. Да, лакшери, жизнь моя прожила. Все, ну как, тебе вон быструю тарантайчику дали, ты как гасишь. Ну вот это да, вот это плюс. Слушай, я готова пожертвовать лифтом ради такой скоростной тарантайчики. Короче, вот здесь мы сейчас будем прям в скале делать интересную штуку. Короче, друзья, сейчас вам расскажу и дочке. Здесь будет открываться рот Евгена Бро. Звучит не может так, быть, да, здесь он закроется навсегда. Так, дочка, сейчас кое-кто у меня вот. Так, иди-ка сюда, маленькая чертяка. Не, не, стой, стой, не бей. Я ввожу гейммод. А вот нельзя. Все, готово. А, так. Надо убрать, значит, вот эти штучки, да? Березки, ну, эти, сосеночки. Ну, вот эти, деревья. Да, дочка. Отлично. Сейчас тогда уберу. Давай. Ну что ты сделал, па? Что такое, дочка? Что случилось? Ну блин, ну я же работаю уже, видишь? Ну ладно. Такой. Ну, па, ну я с работы. Па, я сегодня очень устала. Я сегодня носки надевала. Надела разные носки. Потом мне пришлось искать другой носок, который подходил бы по цвету. Я так его и не нашла. В итоге, короче, я расстроилась и хочу... Ну, короче, поскорее закончить. По-моему, дочка сейчас рассказывает что-то из разряда реальной жизни истории. Да, ребятушки, вы когда-нибудь расстраивались из-за того, что не находили одинаковые носки? Только дочка может расстроиться из-за носков. Так, окей, хорошо. Так, строим, здесь я строю механизм. Механизм, который будет открывать челюсти. Прикинь, огромные челюсти Евгена Бро. По-моему, это классно. По-моему... Ну, это ужасно страшнее. Так, дочка, сейчас кое-кто у нас не получит пироженку на ужин. Я буду пироженку, я всегда хочу. Так. А ты, значит, сегодня, дочка... Ты, по-моему, неровно сделал, смотри, тут здесь почему-то два блока, здесь три. Ну да, поэтому давай, дочка, помогай. Вот здесь надо еще раз копать, да? Да, давай, дочка, вот, молодец, молодец, дочка. Что-то там кумекает, что-то помогает иногда. Так, все, готово, замечательно, шикарно. Все, строим механизмы, друзья. Вы, кстати, можете также сделать механизм, и у вас как бы получится очень классно. Так, смотрите-ка. А, ты хочешь, чтобы он прям открывался и закрывался, да? Ну да, вообще будет шикарно. Давай еще и зубы тебе сделаем. Не, ну он как бы будет открываться и закрываться не снизу вверх, а короче, как бы немножко по-другому, конечно. Потому что... Он будет как это, как у... Поняла тебя, поняла, окей. Потому что так невозможно сделать в Майнкрафте, ребятушки. Да, у нас как бы он будет в бок открываться, как, знаете, у инопланетного монстра. Ой, да. Папочка, инопланетный монстр, замечательно. Если кто спросит, я инопланетный монстр. А что ты, у тебя род из земли, что ли, будет? Ну, пока из земли, дочка, пока как бы... Подожди... А так как тут тебя... сделать? А у тебя же белый рот. Просто ну, белый. А, ну давай блоки, да, сейчас, ну-ка. Так, кварцевый. Кварцевый, давай. Кварцевые зубы, короче. Кварцевые зубы, дочка, смотри, а. О, смотри, похоже. Замечательно. Да. Так. Так, надо скрыть эти механизмы или не надо? Так, сейчас подожди. Сначала конструкцию завершим, а потом уже будем скрывать. А то вдруг дочка работать не будет, да? Ну-ка. Ну давай, давай, давай. О, работает. Работает. Смотри. Оп, рот будет открываться. Крутяк? Крутяк, замечательно. Теперь нам надо сделать
щечки, ну, там, носика у тебя. Носика у тебя нет, глаз, ну, и далее. Я хотел сказать. Дочка, ты что такое говоришь? Так, сейчас я тебе скажу, что надо делать сейчас. Короче, значит, дочка, строим сейчас реально папки на лицо. Оп-оп, вот такое будет. Вот такое. Папки на лицо. Так, слышь, короче, дочка. Подожди, так. А, нет, правильно. Щечки делаем, папки. Здесь вот сейчас глаза, короче. Так. Или подожди, ну-ка, подожди, вот так пока. Так, ну-ка, сейчас я подумаю, как, ну, дочка, не это. Я уже верю на меня, посмотри на меня. Ну, помню, летает, там что-то летает. Ну, подожди, сейчас посмотрю. Так, ну-ка, вот, по-моему, так, ну-ка. Да, вот так. Вот так. И черные. Да, во. Да. О. Не, ты так похож на нубика. У тебя глаза, по-моему, выше. То есть смотри, у тебя вот тут еще идет кожа. А вот так, да, да. Это так ты похож на нубика. Вот, вот теперь ты похож на па. Теперь ты похож на па. О, что-то дочка-дочь пошел. Ну-ка. Так, значит, продолжаем строительство. Так, у меня брови-то есть. А, подожди, слушай, подожди, тут, короче, подожди, это волосы. Подожди, где там твои брови? Волосы, вот. Брови. Подожди, у тебя есть брови раз? Нету, дочка. Так, вот. Нет, здесь коричневый, тебя... так, да, вот так. Коричневые волосы. Так, здесь тоже идут коричневые волосы, вот так. Здесь вот у тебя вот такая штука. Это кепка. Да, это кепка. Вот здесь у тебя тоже, по-моему, волосы или нет? Ну да. А, нет, здесь у тебя, нет, здесь у тебя пустой блок, все верно. Так, получается, и выше поднимаем, выше. Так, кепочка, ну-ка, взгляни-ка на меня, папочка. Я вот смотрю на тебя, так, а здесь вот кепка идет вот такая, вот. Так, отлично. Еще выше только, вот так вот. И еще, по-моему, выше. А, значит, эту штуку тоже повыше, потому что она должна как бы соединяться вот так вот. И здесь тогда и вот так вот. И здесь еще... Так, подожди. Что-то, по-моему, не то, дочка, да? Да, что-то не то. Стой. А, вот здесь вот так. Здесь вот так. Во-во-во-во-во. Во-во, вот так, все, отлично. И все, и вот, смотри, прикольно, да? Да, наушники будем делать? Ну, конечно, дочка, давай, делай. А по бокам можно мне застроить тебя вот тут вот? Так, сейчас я пока буду застраивать. Смотрите, у нас в скалу прям врезана будет статуя, и она будет открывать рот. Жесть, конечно. Ну круто же, да, дочка? Дочка, ну, она тебя съест, статуя-то. А что тут делаешь? Да, не так, дочка, ты чё, внутрь? А ты чё, а там же будет тогда эта пустота. А, да, вот так, да, точно. Всё себе правильно делаю, ты чё, па. Тут вот волосы, и тут кепка, кипарик. И вот как раз у тебя квадратное лицо. Так. Во. Прикольно, так. Да? Волосы, да, идут. Волосы. Вот. Тоже. Во. Круто, да? Правда, блин. Теперь как-то глаза не так. Почему? Ну, потому что, не видишь, тут много расстояния осталось. Ну, ладно, в принципе, давай вот так сделаем. Окей. Во, нормально, глаза. А глаза, короче, можно... Ну-ка, а может, да, вот так? Да, удлинить, вот так, да, удлини их, короче. Во! Ну, гигантские такие глазёшки получаются. Ну, круто же, да, дочка, смотри, во! Ну, все, да, пусть будет так, отлично, замечательно. Немножечко всра ты. Слышь, дочка, я тебя сейчас съем! Я специально сделала паузу, папочка, так что не съедай меня, пожалуйста. Так, отходим. Ну-ка, здесь вот копаем. Здесь главное вот механизм не повредить. Да, друзья, это очень важно. Если повредим, то дочки мы, короче... Давай тогда делай уже, короче, свою эту комнату, давай. Я сейчас копалочкой. Подожди, дочка, там ничего не делай, а то, давай, короче, давай, нарушение будет. Копалочкой, давай. Нарушение периметра, так. Давай свет... просто сделаем тупо оранжевую, короче, комнату такую большую. Так. Прям стены оранжевые, чтобы были. Пол был, короче, какой? Желтый, да? Не знаю. Давай вообще полностью оранжевое. Да, полностью оранжевое. Знаете, да, друзья, почему? Дочка, почему? Ну-ка. Потому что твой любимый цвет оранжевый. Да, друзья. Так, ну-ка вот так. Оп. Вот, смотрите. Да, раз это, короче, домик Евгена Бро, то он должен быть весь оранжевый. Просто посмотрите.
Весь, просто такой мягкий и оранжевый. Я ничего не вижу, мне нужен свет, папочка. Сейчас сделаем, сейчас. Так, ну-ка вот факелы, так. Ну-ка. А может это камень подставить? Давай, давай, светящийся камень, так, ну-ка. Ставь. Так, вот тут. Вау, да круто, смотри. Прикольно, все озаряется. Такое все яркое. Вот это вот дело можно как-то немножечко заделать, чтобы оно не это... Конечно, можно. Сейчас смотри, сейчас будет вообще максимально цивильно, смотри. Давай, давай, давай. Вообще никто не будет знать, что там механизм. Смотрите, друзья, сейчас будет максимально цивильно. Даже никто не узнает, что здесь механизм. И вы можете построить точно такой же домик, и никто не узнает, что у вас там есть механизм. Так, а как выходить? Ты плиточки-то поставил, чтобы надо? Смотрите, друзья, рот открылся, и мы вышли. А вот здесь можно поменять землю на что-нибудь другое? На что, например? А, ну на белые, да? Да, на белые. Да, вот. Все замечательно. Смотрите. Все круто, и... да? Да, прикольно. Раз такой съел тебя, и все. Так, а давай тебе сделаем... Давай тебе сделаем гигантский язык. Вот здесь вот так вот, короче. Ну давай, дочка, ну-ка. Сверху, короче, он будет такой красный. Красную шерсть возьмем. И сделаем, короче, гигантский язык. Евгена Бро. Ой, идея. Вот там, короче, будет, короче, глотка твоя. Нормально. Дочка, короче. О, подожди, у меня тоже есть идея. Сейчас. Мы сейчас сделаем скале внутренности, короче, Евгена Бро. Смотри, так. Фу. Пиздик. Это типа там у тебя будет внизу уже как бы пищевод идти, да? Ну да, 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 смотри. Да, да, да. А тут, короче, такой длинный язык, короче. Я хочу его как горочкой сделать, понимаешь? Давай, давай, так. Типа вот так, так. И вон туда, короче, спуск, потому что там будет глотка. Фу. Ну чё ты фукаешь, дочка? У всех есть горло. Да, у всех есть горло. Вот, смотрите, язык такой. Ну, правда, язык не так крепится, дочка. Язык должен здесь лежать. А то у тебя, знаешь, язык прямо оттуда изнутри вылазит. Ну да, у тебя будет вот такой вот язык, папочка. Е. Да, погоди, вот так вот я его еще вниз вот здесь поставлю, вот, чтобы он прям вот... Ну, тут... круто, да, так-то, дочка? Так, замечательно, прекрасно. И что в этой глотке? О, я тут еще вот это сейчас продлю. Так, ну-ка, вот там, там. Так, 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 так. Так, давай, у меня появилась идея, короче. Вот там наверху я поставлю кровать. Вот, где... В горле прям? Нет, на языке. В горле сделай, короче, этот сортир поставить. Слышь, так, дочка, я тебя сейчас просто съем. Не, ну серьезно, там удобное место, так-то ничего. Так, слышишь, дочка, устрой это удобное место. Так, все, пошла, погоди, пошла погоди, отсюда. Погоди, да что ты делаешь? Я кровать хочу тут поставить, между прочим. Вот так. О, все, все, хватит тут, короче. Домик готов. Ну-ка, выходим, смотрим. Красота. Все, готово. Смотри, и... дочка, круто, да, получилось так-то? Получилось круто. То есть, все, мы его не будем тогда обставлять, да? Ну не, не, а что его обставлять-то? Это же такой, как бы, шуточный да, дом. Да, 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 да. Все, тогда отлично, все. Я вот здесь немножечко подровняю, и все, готово. Домик готов. Всё, ну да, говорить. Вообще класс. Ну-ка, выходит, смотри, да, дочка, смотри, классно же, по-моему. Блин, по-моему, очень прикольно. Домик получился крутой. Рот открывается, мне нравится. Три, оп, и все. И... В общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Да, ребятушки, за такой нестандартный домик, вообще нестандартный лайк, подписчика и комментик обязательно пишите. Да-да-да, а еще, значит, колокольчик, дзынь-дзынь-дзынь и всем покусик. Всем покусики-покусики. Я. Yeah.